Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні на гостях голова Всеукраїнської громадської організації «Народний вирок» Ситінков Максим. Вітаю вас. Вітаю вас, Дмитрий. Вітаю всіх телеглядачів. От, як мені відомо, ви зараз знаходитесь у Російській Федерації. От, поясніть, як так сталося? Ви туди виїздили у відпустку чи з якимось діловим візитом? Тобто, от, чому так сталося, що зараз ви у Російській Федерації? Розкажіть свою історію. Ну, давайте так. Моя історія з Російською Федерацією вообще началась очень давно. Я с детства передвигался по всему бывшему Советскому Союзу прекрасно, без всяких границ. Поэтому вот это разделение Украины и Российской Федерации, оно для меня никогда не существовало. Да? А как я оказался, ну я ездил и до этого в Россию. У меня здесь 3 двоюродных брата, у меня здесь родной дядя, у меня здесь похоронена бабушка родная моя. Вот. Поэтому... И в то время, когда я выезжал постоянно, то есть это не я и в 90-е годы. Ну, добре, давайте сформулюємо по-іншому питання, а що вам зараз заважає повернутися до України? Вот это скорее вот этот вопрос он более актуален, потому что я не могу вернуться. Выезжать и ездить я могу везде, а вот вернуться к себе на родину, как коренной киевлянин, пойти на могилу к деду, к своему, я, к сожалению, не могу. А не могу я, потому что меня поставили в такие условия после того, как я начал активно заниматься политикой после событий, произошедших в 2014 году. Я занимался выборами с 1999 года. И никогда не лез в политику, не лез во власть. То есть я юрист профессиональный, всегда сопровождал избирательные кампании, сопровождал своих клиентов в судах, то есть занимался прикладной юриспруденцией. Но после 2014 года, когда на флаг начал возноситься Бандера, для меня это был, конечно, шок, и для моего самосознания ничего не делать, ну, было для меня стыдно бы. Поэтому я, дав 9 месяцев новой власти, посмотрев, каким образом производится политика, что происходит на Донбассе, откуда моя бабушка родом, например, как происходят события в Киеве, как переименовываются улицы, как арестовываются оппоненты, что происходило вообще в Киеве в то время. Потому что я пережил 2 революции в Киеве. В 2004 году, но она была мирная. После того, как произошли события с приходом Ющенко, уже и так было понятно, что был какой-то разворот. Вот в 2015 году я открыто высказывал свое мнение по поводу Крыма, по поводу того, что если бы не события, происходящие на Майдане, то и территориальная целостность Украины была бы в порядке, и на Донбассе ничего бы не происходило. То есть изначально вопрос, который интересует сейчас всех, яйцо или курица, были изначально для меня, был ответ однозначен. Изначально был Майдан, изначально была русофобия. Поэтому в 2015 году я, взяв на вооружение идеологию и свою общественную организацию, которая существует с 2009 года, я начал активно собирать сторонников и политическими методами путем митингов. Ну, тобто все в рамках закону, я так розумію. Абсолютно верно. Все в рамках 39 статьи Конституции. Мирные митинги, мирные протесты. Ну, на то время действительно какие-либо протесты, это была большая сложность. То есть у нас были активисты, майдановцы, которым позволялось все. А с другой стороны, то есть критиковать власть Порошенко, критиковать власть Кличка в городе Киеве не позволялось никому. Но дело в том, что мое противостояние с Кличком началось задолго до Майдана. Тут, я так розумію, ви були класичним агентом Путіна, тому що усі, хто був проти Майдану, проти Порошенка, то всіх просто записували агенти Путіна і відкривали кримінальні справи. Я правильно розумію? Ну, уголовное дело на меня открыли уже по факту совершения в отношении меня преступных действий. А до этого я попал в УРД.
Это мне уже теперь известно очень хорошо, потому что материалы дела мои адвокаты мне предоставили через некоторое время после всех событий, после того, как меня поставили сначала вне закона, а потом незаконно выкрали и переместили на территорию Российской Федерации в 2015 году. Но все это было по заказу определенных сил, которые сейчас до сих пор обладают властью в городе Киеве. То есть там Кличко, его команда, с которой мы с 2011 года вели политическое противостояние, несколько раз мне даже говорили о том, что на меня поступали заказы, чтобы отстранить меня от избирательных процессов, в которых я составлял реальную политическую, юридическую и организационную конкуренцию всем оппонентам в то время действующей власти, то есть партии регионов, кандидатов от партии регионов я представлял. До этого у меня был опыт СДПУО с 2001 года по 2006 год. Я работал в партии Виктора Владимировича Медведчука. Более того, в 2002 году я создал и возглавил юридическую приемную Киевского областного комитета СДПУО. И уже 2004 год наше здание находилось возле кабинета министров, и мы уже тогда ощутили вот эти вот не совсем политические методы давления, прихода к власти со стороны помаранчевой команды, когда нам заблокировали вход в здание бывшего облплодовочпрома. Это здание между магазином «Санахант» и кабинетом министров. Угу. Грушевского 10, по-моему, если не ошибаюсь. Тобто, якщо я правильно розумію, тобто не ви виїхали з України, а вас виїхали з України. Тобто, фактично, вас випхали на територію Російської Федерації, чи як? От поясніть цю ситуацію, як це відбувалося? Вот вы видели, что происходило с Саакашвили, когда его выдворили из страны без документов. Так. То же самое произошло со мной в 2015 году, когда его официально выдворяли, то есть под камерой и все, а меня поставили сначала вне закона. То есть по мне возбудили уголовное дело, арестовали. Неделю я провел в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке, после чего вышел под залог. И в течение трех дней за мной установили слежку, каждый мой шаг фиксировался, за мной ездил автомобиль. На третий день, 7-го, я, по-моему, вышел 5-го, 7-го вечером, меня затолкали в этот автомобиль, одели мешок на голову, и после всего того, что произошло буквально за две недели с Олегом Калашниковым и с Бузиной, с вашим коллегой, я уже, условно говоря, попрощался со всеми своими родными мысленно и с этим миром в принципе. Вот. Не знаю, что меня спасло, возможно, не было прямого, так сказать, указания, но меня помариновали еще 7 дней в каком-то помещении, после чего меня вывезли и выбросили в чистом поле. Оказалось, что это уже территория Белгородской области Российской Федерации, я так понимаю, что там вообще границы не существует. На то время, по-моему, ни рва, ни забора, который там Яценюк строил, не было. Поэтому, когда я пошел на ближайшие огни, я вышел в деревню уже в Российской Федерации. Без единого документа, без копейки денег, без ничего. То есть меня выдворили вот таким же образом, как и Саакашвили. Оба паспорта моих, заграничные и гражданские, находятся в материалах уголовного дела, сфальсифицированного против меня путем преступных действий. То есть мне прямо во время обыска забежали, я был уже пристегнут наручниками, то есть во время задержания я оказал не сопротивление, но как минимум неповиновение. Да? То есть мы потолкались, пока не выбежало там 6 человек в масках, я все не верил, что это какие-то СБУшники, потому что, помимо всего прочего, после моей, так сказать, деятельности активно, я понимал, что националисты тоже открыли на меня охоту. Ко мне подошли на улице, не дали сесть в автомобиль, я до конца не понимал, кто это. Хоть мне и говорили СБУ, но удостоверение так и не показали. Но уже когда выбежали из микроавтобуса, ребятки, в бронежилетах, в масках, я уже тогда понял, что как минимум это не какие-то боевики. Тобто, якщо я правильно розумію, вас відкрили кримінальну справу, вас затримали,
І коли повинні були вести до суду, вас фактично викинули у Російської Федерації. Ви таким чином не з'явилися до суду і вас об'явили в розшук чи як? Ні, не так. Мене затримали, на наступний день відвезли до Печерського суду, там обрали запобіжний захід по статті незаконний оборот зброї і боєприпасів. Тому що мені підкинули під час обшуку, мені підкинули 1,2 кілограми тротилу в різні місця, причому куди змогли, туди і підкинули. Тобто там та кімната, яку я прикрив собою, там нічого не знайшли. В інших містах знайшли якісь листівки, знайшли якусь флешку і оцей тротил. Причому, що останній, бо їм потрібно було більш кілограму мені закинути. Тому що якщо більше 1 кілограму, то це вже більш тяжкий злочин. Ну, тобто вважається, що це... більше порушення. Тому мені закинули спочатку 2 таких куска тротилу, а потім третій вже ще в прихожу, там, де вже був обшук. Там, де вже обшук провели, А якщо я правильно розумію, тобто яка була, який був запобіжний захід? Мета була, по-перше, поставити мене поза законом. Тобто, під час обшуку вони зрозуміли, що нічого в мене нема, що я сам відкрив їм двері, що я їх запустив, бо це представники СБУ, в моєму розумінні, все ж таки, представники СБУ – це еліта. І це не якісь там мінти, а це офіцери з якоюсь честю, гідністю, там, ну, бо в мене, зрозумієте, як... У мене теж була така ілюзія, я вас розумію. В мене є однокласник, СБУшник, ну, я вам скажу, що це зовсім інша людина, вона б так ніколи би не зробила, по відношенню до будь-кого, до будь-якого громадянина України. Ну, то, що произошло, я вам скажу... Якщо розібратися, то фактично вам вибрали запобіжний захід, тримання під вартою, чи як? Вибрали запобіжний захід. 6 днів я були свята, це були травневі свята. Я провів на Аскольдовому переулку. 5 числа за мене моя мати внесла залог. Я вийшов. 2 дні я займався своїми домашніми господарськими справами. На той час... Вже моя сім'я була в Криму, тому що я вивіз їх відразу в 2014 році, бо в ніч побігу Януковича мені вже почали клічківці і свободівці писати на мій особистий мобільний телефон погрози, ми до тебе їдемо і таке інше. Я 2 дні посидів в обороні, а потім вивіз своїх доньку і дружину до Криму. І повернувся, бо в мене, скажімо так, я ніколи не приступав закон, я ніколи не був підозрюваним в яких справах. Тобто в мене було тільки одне опасіння – це нацисти. Але я не був такою фігурою, яких тоді цікавили ці, яких би якою би зацікавились нацисти, бо вони їздили, ви знали, грабували багаті будинки, вони закривали або істязали там депутатів від партії регіонів. Займалися патріотичною діяльністю на те, щоб в нас в Україні було все добре. Це звучить у наших навіть сучасних реаліях. Да, їм дали 2 неділі, пам'ятаєте, закон об амністії вступив через 2 неділі після всіх событий. І за ці 2 неділі вони проїхались по всім багатим домам і пограбили все, що їм потрібно було. Тобто урівняли, так сказати. Справедливість вони встановлювали. Після того, як Янукович з банди пограбив народ, то вони повертали незаконно нажите. Таким образом я і очутився в Росії вже в 15-му году, позвонили з Білгородської області своєму дяді родному, він приїхав на автомобілі, оттуда мене забрав, привез в Крим,
Потом в Крым мне привезли документы, которые у меня остались, то есть это там водительское удостоверение, ну хотя бы, чтобы каким-то образом я мог подтвердить. Тобто, якщо я правильно розумію, вас, коли вивезли з БУшника на територію Російської Федерації, ви фактично по документам не з'явилися у суді і вас таким чином об'явили в розшук. Да, да, да. То есть меня отпустили под залог, я обязан был, так сказать, являться по первому требованию, но через два дня меня украли. Не знаю, я же говорю, не знаю, какая была окончательная цель, но вот мне повезло, наверное, все-таки, что я не получил ту участь, которую там мой товарищ Олег Калашников буквально за две недели до этого, так сказать, почил. А от така ще історія. Я от зараз спробую на монітор вивести відео ваше з Кличком. Ви там поряд. Зараз передвигається по Хрещатику, а мітингуючі перекривають йому прохід. Давайте послухаємо. Так я вас знаю, хорошо. Виталик, коли ти в лікарні 17-й год. Помогите инвалидам и пенсионерам. Кошмар города Киев. Не поднимайте цены на коммунальные. Тобто, пане Максиме, зараз ми от подивилися це відео. От, що там відбувається? Поясніть. І про, я так розумію, природу вашого конфлікту з Кличком. От, тобто, детально. От, що ми бачимо, який це рік? Тобто, що там відбувається на відео? Це вже, так сказати, апогей конфлікту. Це 2015 год. Це період, по-моєму, февраль 2015 года, один із перших мітингів, по-моєму, 29 февраля він був. Вот. А до цього у нас були протистояння. В 2012 году весной в місті Обухов, в якому я представляв, був уповноваженим кандидата в мери міста від партії регіонів, а Кличко с командой тянули там своего Шафаренко, бывшего председателя государственной администрации Обуховского района, на должность мэра. Там конфликт у нас обострился, потому как они вложили туда огромные деньги, привезли тогда тетушек своих первые. Вот, и уже тогда, значит, ну, уже началось такое заочное, но уже так, так сказать, конфликтное противостояние. После этого в 2012 году они тянули своего кандидата в Броварах на парламентских выборах в одномандатном округе. Я там был председателем избирательной комиссии. И меня как председателя избирательной комиссии, как личного, так сказать, врага партии «Удар», ну, тоже на меня воздействовали. То есть там собирали митинги, бросали яйца. Ну, а вот расскажите самое про цей митинг, який вот мы бачили на видео. Тобто, что это таке? Значит, в 2015 году мы собрали, официально уведомили власти Киева о том, что мы будем проводить митинг под общим названием «Митинг белых платков». Виталя, давай до свидания. То есть цель его была еще раз потребовать от него уйти самостоятельно в отставку. Помахать ему белыми платочками, бросить ему как боксеру, чтобы ему было понятно, белые полотенца. Да? То есть ты в ринге, ты проигрываешь, ты не выполняешь свои обещания, мы бросаем. Просили его выйти к нам. Никаким образом, значит, допроситься было невозможно. Через два часа нашего мероприятия активисты решили перекрыть Крещатик и требовать, значит, выхода Кличко. Он приехал, что самое интересное. То есть он приехал, спустился со стороны своего дома, знаете, туда, от оперного театра по Богдана Хмельницкого, на двух больших джипах, выскочил вместе с охраной, ударил одного из наших активистов по голове. У него в итоге был компрессионная травма шейного позвонка. Он схватил меня тогда за руку, начал тащить в мэрию. А я ему тогда говорю, пойди
и поговори с киевлянами, что они тебе скажут. Он действительно вышел тогда на трибуну, поднялся, и киевляне ему начали свои претензии предъявлять по поводу там, цен на ЖКХ. И знаете, там была очень классная фраза такая, которая вот характеризует всю эту власть полностью. Он сказал, что вы хотите, у нас Путин за 2 часа тут от Киева, и вообще скажите спасибо, что вас не убивают, как в Донецке. То есть это он сказал пенсионерам, это он аргументировал таким образом, что нам нужно расходиться. Вот. После этого этот марш белых платков, он повторялся еще, мы провели в общей сложности под этой, так сказать, под этим брендом, провели 5 митингов. На 3-м митинге мы его судили, да, то есть была такая, был такой флешмоб. Где ну, я так розумію, це вже деталі, але от я зараз знайшов в інтернеті статтю любителів Сороса, саме з «Української правди», так званої, от «Власть бритоголових». І тут от ми зараз бачимо, що вони навіть там, от вашу фотографію десь поставили, от я от зараз от бачите, от, якщо подивитись на цю статтю, таке фото ваше, дійсно, страшно, я так розумію, мабуть, читачам «Української правди» було таке читати. І отут розказують, як ви там робили щось нехороше, якісь закони порушували. Тобто для мене от, питання таке цікаве, а от чому саме от «Українська правда» та ці соросята на вас ще тоді, там, в 15-16 роках, на вас тоді так... Я так розумію, засмутилися, я так розумію, вашою роботою, що саме от, такі ЗМІ по вас почали робити от такі матеріали. Тобто, що саме відбувалося тоді? І от поясніть ваш конфлікт тоді з цими соросятами. Смотрите, этот конфлікт происходил в Ірпені, в ту же Київська область. От ми, да, поговорили з вами, я работал по Київській області з партії регіонів, з обласної організації партії регіонів. Наши представители тогда входили во все властные структуры, в том числе в Киевской области. И мэры городов, и представители городских советов, большинство составляли партии регионов. В Ирпене тогда активисты несколько раз срывали сессии. Тобто, я так правильно розумію, в 15-му році ще представники партії регіонів були на посадах, правильно? Ні, це стаття не 15-го року. Це стаття, по-моєму, 13-го року, початку 13-го року. А навіть так? Да, да. Тобто, це було ще до революції. Це були ті времена, коли націоналісти і активісти уже начали заниматься активизмом, национализмом и патриотизмом. И они как раз-таки силовыми методами несколько раз срывали сессии, то есть они опробовали свои силы перед вот этими всеми майданами, это были как бы проба сил. И выборы в Обухове, это были такие выборы, когда на 15 участков приехало 30 наблюдателей от ОБСЕ. На каждый участок по 2 иностранца. Таких выборов нигде не было. Это была как бы такая точка замеры рейтингов партий регионов и вот этих вот оппозиционных соросят, которые, ну, по большому счету, я бы их сравнил с комсомольцами СССР. То же самое делали, то есть как бы нигде не работали, получали деньги из партийной кассы, а тут из соросовской кассы. То есть на каждом из вот этих вот проб пера они часто встречали меня. Поэтому, конечно, тобто я так розумію, оці от групи чи банди, як там правильно називаю, я так розумію, вони тренувалися силові методи застосовувати у реальному якомусь політичному протистоянні. І фактично, я так розумію, вони бачили, от, як цей процес з виборами проходить, і вони, я так розумію, тренувалися там. Я правильно розумію? Абсолютно вірно. Тобто вони пробували свої сили в різних... так сказать, в разных направлениях. И в направлении срыва сессии уже избранных советов, то есть для блокирования работы. Они пробовали в то время, когда их коллеги
нацисты тренировались в лесах, были открыты тренировочные лагеря. Вот эти активисты, они как раз опробовали возможность прихода к власти условно законными методами. Вот после того, как у них это все не получалось, где мы им выставляли соответствующие адекватные ответы и правовые, и вот такие, ну, поверьте мне, там вот в Ирпене после эта статья, она для меня самого была большим удивлением, потому что ничего экстраординарного там не происходило. Там просто обеспечили активисты, только с нашей стороны, проведение сессии. То есть сессия была проведена, решения были приняты. До этого 3 сессии были сорваны. Поэтому, ну, как бы мы тогда просто разблокировали сессию городского совета. Тобто, якщо правильно розумію, ви просто наняли охорону для того, щоб провести сессию. Это были местные ребята из Ирпеня, которые там пригласили меня, в том числе, как юриста профессионального, для того, чтобы я смог им подсказать где-то, ну, чтобы они не перешли вот эту линию, красную черту закона, да, чтобы это не было ни нарушением ни в административном порядке, ни в уголовном порядке, не дай бог. То есть там не было абсолютно никакого противостояния такого силового, чтобы, ну, можно было сказать, что именно силовыми методами каким-то образом был достигнут результат. Результат был достигнут, сессии прошли. Они поняли, что законными политическими методами на выборах в интеллектуальном формате они проигрывают везде. Именно поэтому, возможно, и, ну, потом Майдан и случился, потому что они понимали, что в выборах им ничего не светит. С подготовкой, которую проводила партия регионов, в 2015 году, если бы выборы происходили условно-законно, да, то есть без оружия, без ничего, у этих соросят, у националистов не было бы никаких шансов. Поэтому они ускорили этот процесс и пошли на государственный переворот. После государственного переворота, ну, казалось бы, да, там поддерживало столько людей и так далее. Ну, вот, ну, я им дал 9 месяцев. За 9 месяцев абсолютно ничего не поменялось. Если поменялось, то только в худшую сторону. А от якщо подивитися на цю ситуацію, я так розумію, що ви розблокували роботу сесії, і тоді що трапилось? Тобто, які потім все ж таки задіяли з боку тієї сторони все ж таки ресурси? Я так розумію, що якщо команда ця не справилася, яка робить це умовно законними методами, тоді що відбувалося? Тоді прийшли ті самі націоналісти зі зброєю чи як? Ні, до мене ніхто ніколи не приходив, і навіть після 2014 року, після того, як збіг Янукович, до мене теж, ну, як сказати, не рішились прийти, да? Тому що, ну, во-первых, я корінний київлянин, у мене мільйон друзів, я займався спортом. Тобто я, по большому счету, ну, якщо Кличко мене заказував в Донецьк, їздив, вместе з Палатним, ну, о чому говорити можна? То есть это люди, которые силовыми методами могли меня только вот уничтожить, как не уничтожить, а убить как Калашникова. Вот. Поэтому для того, чтобы, ну, как бы меня стереть, чтобы никто не вспомнил, меня нужно было поставить сначала вне закона. Вот СБУ выполнила эту функцию. Хотя можно сказать, что они мне должны сказать спасибо. Если бы ни я и ни их работа тогда в апреле и мае в отношении меня и моих, так сказать, людей, которые меня окружали, то поехали бы они в Дебальцево, и неизвестно, что бы там с ними было. Угу. Ну, а якщо от подивитися тоді на цю ситуацію, от як ви оцінюєте ті події, які вже сталися от на Майдані 2014 року? От саме, от, якщо подивитися на тих людей, я так розумію, ви їх знаєте, своїх, я так розумію, опонентів, де зараз от при вже Порошенку чи при Зеленському, де зараз ті люди, які керували саме цими соросятами? І от ми бачимо зараз, що проти вас тоді працювали соросята. І от куди вони поділися? Вони при владі чи як? От з вашої точки зору, я так розумію, ви ж теж відслідковуєте, де конкретно ті люди, які проти вас працювали і до перевороту, і після перевороту?
Ну, еще раз я вам говорю, что «Соросята», по большому счету, это вот это единственная статья, которую они написали. Они как бы, им показалось, что это каким-то образом меня, может быть, сподвигнет на изменение своего мнения, что я как-то идеологию свою буду менять. Абсолютно для меня это была неприятная, конечно, история. Эту статью прочитала моя мама, дочка у меня еще не читала тогда. Конечно, это был такой небольшой шок, но по большому счету я с политиками, не политикой, а с политиками занимался с 99-го года. Я постоянно занимался выборами. Сначала это было СДПУО, потом это была партия регионов. Ну, то есть, как бы, изначально меня называли там и избирательный киллер, выборчий киллер, там что-то такое придумывали, потому что я законными методами с ними боролся. Мы их снимали, если они нарушения какие-то делали. То есть это все делалось в рамках закона, без какой-то либо силовой составляющей. Но, тем не менее, я всегда давал понять, что если вы захотите силовыми методами как-то на меня воздействовать, то вы получите сразу отбор, моментально. Вот а и вот все. Зразумело. Поэтому я для них был, конечно, врагом не просто там каким-то... В террористы они меня определить не могли, потому что я их интеллектуально переигрывал. И силой они ничего не могли сделать, понимаете, со мной. Поэтому, они пошли вот на последнее. Когда уже СБУ выстроилась под новую власть, под Порошенко, тогда они пошли... Я зрозумів. А от зараз, які ви дії приймаєте для того, щоб повернутися в Україну? І чи маєте ви таке бажання все ж таки повернутися в Україну? У нас же все ж таки Зеленський при владі. Ви знаєте, я думав об этом і неоднократно, яким образом мені вернутися в Україну. Но дело в тому, що в связи з тим, що по факту то у мене і виїзду з України немає. Да, я позвонил следователю сразу, я написал в посольство Украины, описал все события, которые со мной произошли. Попросил, чтобы разобрались с моей ситуацией, чтобы дали мне документы, вернули, чтобы я смог вернуться на Украину. То есть мой украинский паспорт, либо заграничный паспорт, чтобы связались с прокуратурой. Объяснили эту ситуацию. Более того, уголовное дело по моему похищению было открыто Дарницким районным отделом, потому что было написано мною заявление, через адвокатов было передано. Но я вам скажу так, не из посольства, я указал адрес в Крыму, где я проживал с семьей до 2016 года. Ни ответа, ни привета. Указал номера мобильных телефонов, позвонил следователю. В итоге... Вот эти мои действия, так сказать, по легализации обратной, они были односторонними. Никаких ответов, ни приветов я не получал ни от СБУ. То есть единственное, в чем отразилось, это в рапорте, в материалах моего дела уголовного, в рапорте этого следователя Ковалева, который уже уволился в 2017 году. И сейчас мое дело передано в райотдел Дарницкий. В этом Дарницком райотделе никто из следователей не хочет брать его в свое производство, потому что оно пришло из СБУ. И они прекрасно понимают, что оно шито белыми нитками. Поэтому... Ну, а тобто, чи є зараз якісь законні підстави для того, щоб ви от переїхали в Україну? Ну, взагалі, якщо от ви зараз, завтра приїдете в Україну, тобто, які будуть дії з боку держави щодо вас? Вас затримують чи як? Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но по идее, в связи с тем, что я в розыске, меня должны задержать, значит, отвезти в суд. Там будет, соответственно, представлено это каким образом, что я скрылся из-под залога, хотя никаких оснований скрываться из-под залога у меня не было. Да, меня поставили вне закона. Да, я ощущал слежку за собой, не ощущал, я даже подходил к этим людям. Вот. Но дело в том, что я провел пару встреч в этот период, в 2-3 дня, и по всей видимости служба безопасности, те, кто за мной следил, они побоялись, что на майские праздники, это было перед майскими праздниками, перед 9 мая, да, я проведу очередной митинг. В нашем митинге, там 23 апреля, митинг собрал более 6 тысяч человек.
Мы прошлись по всему городу Киеву, остановились возле администрации президента и достаточно массово напугали, так сказать, власть в то время. Были такие серьезные лозунги по поводу того, что там солдаты придут, порядок наведут и тому подобное. Ну, в общем, наступил я тогда власти на больной мозоль, потому что ничего противопоставить нашим требованиям и нашим утверждениям по поводу ухудшения жизни власть не могла. А от як ви зараз, в принципі, оцінюєте ситуацію на Україні? От як от на Донбасі? От чи вірите ви все ж таки, що конфлікт якимось чином вирішиться? От як ви відноситесь до закону про там декомунізацію, про українізацію тотальну, про заборону там російських шкіл, такі інше? Тобто, як ви оцінюєте от, взагалі зі сторони от ті процеси, які зараз відбуваються в Україні? І от з вашої точки зору? Смотрите, ничего не поменялось с того момента, как был создан олигархический клан в Украине, который безраздельно властвует в Украине, начиная с 2001 года. Еще Кучма создал всех олигархов, которые сегодня, до сегодняшнего дня, поделив все государственные структуры на свои вотчины, управляют Украиной. Поэтому вся вот эта вот русофобия, вся эта декоммунизация и все остальное – это защитная реакция украинских олигархов, которые хотят продолжать грабить свой народ. Туда включились, конечно, и иностранные силы. То есть и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки имеет свои, так сказать, интересы здесь политические. И Соросята, Сорос, имеет свои финансовые интересы в Украине. То есть все идет к развалу государственности, которая по большому счету и сейчас уже в моем понимании как юриста под большим вопросом. То есть условно атрибуты государства есть, а государства нет. То есть государство не выполняет полностью свои функции по обеспечению прав людей на те или иные законные и человеческие права. Все, что происходит, это происходит в рамках дерибана той собственности, которая осталась от Советского Союза. Поэтому ничего хорошего не ждем. И после сегодняшней, после вот этой пандемии, после вот этого вот удара по экономике не только Украины, а всего мира, поверьте мне, схлопнется очень много экономик, которые просто не выдержат этой ситуации. И государственность Украины будет под большим вопросом. Я вам скажу, что наблюдая отсюда, как говорится, великое видится издалека, я великого ничего не вижу. Я вижу мышиную возню, которая происходит там между олигархами. Они все пытаются поделить то, что им никогда не принадлежало, и то, что создано советским народом и людьми, которые их родными и близкими. А Россия в эту ситуацию не хочет абсолютно вникать, и помогать она никому не будет, потому что она не видит тех сил, которые могли бы здраво оценить действия, либо помощь со стороны России или со стороны Запада. Никто не хочет. Надо же кормить будет этот народ. Народ, который привык заниматься активизмом, национализмом, патриотизмом и забыл, что такое работать. Тобто, з вашої точки зору, зараз Росія робить все для того, щоб Україна перестала існувати як держава. Я правильно розумію? Росія якраз нічого в цьому відношенні не робить. Росія зараз захищає свої інтереси так же, як і в 2014 році. Захищала свої інтереси. Кримський полуостров, ви ж прекрасно розумієте, що це дуже серйозна стратегічна територія, на которой, то есть владелец которой может управлять всем Черноморским регионом. И отдать тогда Крым, который сам хотел упасть в руки России, позволить ему не упасть, как это сделал Ельцин в 1993 году, когда в период революции, вернее не революции, а противостояния у Белого дома в Москве, ситуация была такая, что крымчане были готовы уже тогда уйти в Россию. Но Ельцин сказал, нет, занимайтесь. В этот раз уже ситуация была такая, что если бы Россия... Тут вам треба обережно говорити, тому що у вас буде ще одна стаття Кримінального кодексу України щодо територіальної цілісності. Я просто фактически данные пересказываю, каким образом действовала Россия
и причинно-наслідковий зв'язок, я так розумію, ви ще зараз намагаєтесь. Почему, да, почему она не действовала против Украины, а действовала против, вернее, а действовала в своих интересах. То есть это не были действия против Украины, это были действия в своих интересах для защиты своих территорий и для защиты своего суверенитета. Если бы Крым оставался в Украине, то после вот этого государственного переворота в течение 2 месяцев было безвластие полное. Да? То есть и Соединенные Штаты не сразу приняли и признали власть, которая пришла в Киев. Они тоже держали на паузе. Если бы эта пауза продлилась около месяца, то там был бы американский флот. Угу. Ну от як ви зараз оцінюєте, що вже змінилася влада, що прийшов Зеленський? Тобто ви бачите якісь позитивні відгуки, там, позитивні процеси? От, як ви оцінюєте роботу? Вже рік все ж таки пройшов, роботу нового уряду, нових, я так розумію, керманичів правоохоронних органів. Як ви оцінюєте там реалізацію мінських домовленостей? Тобто, які, може, кроки є для того, щоб в Україні настав мир, щоб якимось чином зменшити все ж таки рівень напруги в українському суспільстві? Смотрите, Зеленський прийшов з хорошими обіцянками, і я уверен, що этот парень дійсно говорив то, що він думав тоді. Тобто, це був... Если написанный текст, то это написали ему люди, которые были рядом с ним, и он верил в то, что он говорил. Но придя вот в этот вот водоворот событий, а политика – это самая грязная, так сказать, клоака, в которую идут все те, кто в своей жизни ничего не добился, а хочет на что-то влиять и кем-то из себя казаться. Да, то есть это те люди, которые в профессиональной сфере себя нигде не нашли. Не стали журналистами до конца нормальными, а стали пропагандонами, которые потом пошли в парламент. Не стали юристами, не стали, там, я не знаю, хозяйственниками, экономистами. Они все поперлись туда. И когда Зеленский туда пришел, конечно, его обложили. И плюс еще силовое давление, которое на него сейчас создается со всех сторон, оно не оставляет ему выхода. Но я все-таки надеюсь, потому что когда пришел Владимир Владимирович в Российскую Федерацию, это тоже была страна олигархов. И ему понадобилось для того, чтобы развернуть Россию и сделать ее опять социальным государством, для того, чтобы все средства, так сказать, и ресурсы работали на граждан России, ему понадобилось целых 3 года. Для того, чтобы немножечко этих олигархов отстранить от средств массовой информации. Для того, чтобы отстранить их от промышленности, которая является там либо критической инфраструктурой, либо энергетическими какими-то вариантами. То есть там была проведена сумасшедшая работа. Но дело в том, что Владимир Владимирович, конечно, он пришел из КГБ, а Зеленский пришел совсем из другой среды. Поэтому у него желание есть, но он уже понимает и сам, что он не справляется. Как будут разворачиваться события? Ну, посмотрим, поживем, увидим. Дякую вам, дякую, що вийшли з нами на скайп. Я все ж таки буду думати, що ситуація з вашою кримінальною справою все ж таки скоро вирішиться, і ви повернетесь до України, до Києва, і завітаєте до нас у студію. А на цій ноті я вимушений прощатися з вами. Це була програма «Без протоколу». Сьогодні в гостях був у нас голова Всеукраїнської громадської організації «Народний вирок» Сетянков Максим. Це була програма «Без протоколу». До зустрічі!